Это после вечерней дискотеки на станице Луганской. Через реку, там буквально за километр, уже сепарская территория. И через 6 километров в ярких огнях виден Луганск. Ну вот с пятого поста, пятый пост служил для чего? Для того, чтобы засечь выстрелы артиллерии, градов, если они будут. У тебя, если видишь свечу с той стороны, то есть взлетает вертикальный град, у тебя есть 6 секунд доложить и убежать на 2 этажа ниже. Ну вот после тренировок получалось. Слава Богу, пока мы там были, то нас грады не коснулись, ну а тем, кто был раньше, там досталось крепко. Да, и я хотел сказать, что вот на пятом посту, когда стоишь, с левой стороны, возле моста, мы называли это дискотекой, там каждый вечер шел бой. Заходила на нашу территорию там одна, две, несколько, ну я не знаю, сколько там этих ДРГ, они провоцируют сначала столкновение, а потом начинается дискотека с их берега, ну и отвечают наши. И вот все небо черное в таких вот ярких фейерверках, мы и называли дискотека.